Права в цифровом варианте. Минцифры России планируют провести в некоторых регионах эксперимент, позволяющий использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом. Так водителю не придется носить свидетельство о регистрации авто и водительское удостоверение. Он может показать мобильное приложение, где в формате QR-кода находится информация об этих документах. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу о проведении эксперимента по использованию цифровых двойников часто используемых документов. Тогда у граждан появится возможность хранить в своем мобильном удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС и справку о регистрации по месту жительства.